Non avere vergogna di negoziare prima che le cose si appeggiorino. È un'interpretazione, è vero, ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono. Насколько я понимаю, у высказывания Пандичка был более широкий контекст, но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять, он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительнее. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ti vergogna, ma Gesù, continui così, quanti morti hai poi? E finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia del mediatore. Высказывания Папы и неоднократные заявления других сторон, в том числе и наши, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима. Они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров, в том числе, наверное, черпая для себя поддержку, если так можно сказать, в заверениях многих европейских стран и дальше делать все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение. Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует. Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Всі – християни, мусульмани, юдеї, всі. Я дякую кожному українському капелану, який з армією, в силах оборони, там, на передовій, захищають життя і людяність, підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква з людьми. А не за 2,5 тисячі кілометрів десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити.